Итак, проходим марсианские обрывы. Алекс уже куда-то ушел, зашаманился. Смотрите, как тут вековато. Туда. А вон и Алекс. Шаманские, марсианские и ледниковый период. Ледниковый период. Вот они, вот эти камушки, которые отвалились вон оттуда. Марсианский грунт, он опасен. То, что может что-нибудь упасть. Вот ледниковый период. Лед прямо. Прямо лед. Он ползет с моря. С моря. И опять у нас астероидные. Ой, шагнул, штаны провались. Астероиды. Как тут дальше-то? Прыгнуть и бегом бежать. Собака. Пес. Видите? Пса. Лужа чистой воды. Не, грязно. Алекс проходит непроходимые ледники. Одинокое дерево среди камней и марсианского грунта. Воды Гугама. На Марсе есть вода. Это не знаю, что-то. Лежачка. Одинокий камень, который откатился. Откатился он оттуда. Пещерка. Ну, наверное, пещерка, да. Тут можно стоять. Здесь ветра нет. А вот все песчаное. Песчаное. Наблюдаем свежий облом. Свежий облом раньше не было. Под диким давлением это все миллионы лет лежало, оно как прессовалось. И представляет себя как структуру сколько камня. Слоеного камня. С камня слой, который в горах не имеет места. Кто-то забыл свой матрас с подушками. Как это? А вот и цивилизация. Баня. Баня. Ты Серегина, что ли? Да. Посмотрим, целая она ли. Баня. Почти по черному с пенечком. Все правильно. Так же, как в горах. На Алтае.